Всем привет! Хочу рассказать сегодня вам про компанию Angstrem. Начну я с этой локации и вообще в целом расскажу о выставочном стенде и о том, что хотела показать компания в этом огромном количестве кубов. Изначально, что я хочу донести, это то, что Angstrem — это не просто мебель, это целая философия интерьера. Это компания, которую может создать 6-метровый шкаф со шпоном, металлом, покрасить любой цвет. Ну и, собственно говоря, все, что захочет дизайнер, ну, собственно говоря, так же, как и я, это все воплотимо в жизнь. Плюс ко всему, что для меня оказалось интересным, компания Angstrem может создать даже предметы дизайна. Пойдемте покажу собачку. Вот, собственно говоря, мой дружочек Рекс, и для меня было открытие, что это не купленный какой-то аксессуар, который интегрировали в данный стенд. История в том, что все, что здесь находится, сделано специально для этой выставки, в том числе и эта собака. А все эти кубы создавала Ольга Клименко. Кстати, вот она. Покажите. Она очень стесняется. И на что хотелось бы обратить внимание? Здесь есть общая концепция, общая философия. Например, мы находимся в комнате, в которой стоит задуматься о том, что происходит, как дальше жить и что на самом деле жизнь прекрасна. Да, розовый цвет, который нас бодрит. Собака, которая охраняет наше спокойствие. Философия жизни, которая проскальзывает через эти глаза. Ну и в целом, общий посыл. Компания Angstrem – это та компания, куда можно принести эскизы, сказать «я хочу», и они это сделают. Но не думайте, что все будет легко, просто все будет комфортно. То, что меня порадовало больше всего, это возможность кастомизации. Как бы это сложно ни звучало, давайте я расшифрую. То есть можно взять абсолютно любую коллекцию и ее адаптировать под себя. Ну, условно, давайте посмотрим на этот шкаф. Мне не нравится этот цвет, я его могу поменять. Мне не нравится эта высота, она мне не подходит. Я могу ее уменьшить, либо увеличить, поправить ножки, изменить ручки. А еще я могу выкрасить внутреннюю часть фасада совершенно иной цвет. Кстати, об этом мы с вами увидим в комнате мечтателей. Но это чуть-чуть попозже. Но все-таки немного хочется рассказать про стенды и про локации. Меня восхитил данный розовый куб. Дело в том, что 2 года назад розовый стал менять свою, так скажем, гендерную принадлежность. На данный момент розовый – это абсолютно не женский цвет. Это абсолютно универсальный цвет, хоть мужской, хоть женский. Но мы живем в России, поэтому это женская комната. Когда он станет розовым мужским, я не знаю. Хотя у меня очень много розовой одежды, в плане розовых комнат не уверен. Но на что хотел бы обратить внимание. Дизайнер очень круто поработал с текстурами. Сейчас идет тренд на смешивание абсолютно разных текстур. То есть мы с вами видим достаточно плотный ковролин. Мы с вами видим такую розовую, нюдовую овцу. Здесь такой плотный, я даже не знаю, что это за цвет. Такой пыльный, розовый, сложный, с текстурой, с объемом. Вот здесь поближе, если вы просмотрите, увидеть такую волну, которая у нас перетекает в подушки, в другие оттенки, и на подушках есть еще такие маленькие капельки воды. Ну, понятно, что это не вода, это у нас некие бусины, и, соответственно, создается пространство, это основной тренд, который человек хочет пощупать. То есть, по факту, когда мы заходим сюда, мы не хотим его видеть, мы хотим его щупать. Мне хочется пощупать эту поверхность, мне хочется изучить плед, мне хочется изучить стену, мне хочется постоянно перемещаться по этой комнате. И к тому же я хотел показать на этом стенде, что Angstrem работает в том числе и с металлом. Очень сложно найти компанию, которая может сочетать такие разные материалы внутри одного производства. То есть мы можем работать с металлом, с деревом, ЛДСП, МДФ, фанера. Все. По факту можешь работать через одно окно. Мы с вами видим кухню, собранную в таком условном стиле лофт. Ну и, естественно, если нас не будет устраивать, допустим, столешница из ЛДСП, мы можем заказать ее в том числе из камня. Один из моих любимейших приемов мебели – это прятать цвета. Спасибо, Ольга, за то, что ты так сделала. Смотрите, классический серо-зеленый комод с такой филенкой, с медными ручками, простите, с латунными. Но если я открою шкафчик, внутри я вижу приятный розовый цвет,
как в выдвижных ящиках, так и здесь на полках. Это, конечно, очень сильно тебя ободрит. По факту ты можешь собрать абсолютно классический интерьер, а внутри, как я это говорю, психануть цветом. То есть ты по факту будешь бодриться каждый раз, когда ты открываешь шкаф, и таким образом можешь продемонстрировать свою креативность. Ну а теперь можем отправиться на лавандовую луну. Почему я решил закончить свой спич о компании Angstrom здесь? Да потому что каждый из нас когда-то был ребенком и мечтал оказаться на Луне. На сиреневой, на фиолетовой, на какой угодно. Кстати, по поводу этого светильника. На самом деле он плоский, несмотря на то, что кажется объемным. Также создан по индивидуальным эскизам дизайнера Ольги, которая собирала все эти кубы. И еще раз это доказывает нам, что можно сделать абсолютно все. Ну и хотелось бы сказать о том, что компания Angstrom позиционирует себя как компания мечтателей. Так что давайте мечтать вместе. Но прежде чем я закончу, напоследок я хочу бомбануть цветом, потому что я люблю цвет, и именно на этом я хочу завершить свой спич. Пойдемте. Этот комод купили в первые 3 часа после открытия выставки. И дело в том, что здесь спрятан намного более плотный цвет, чем снаружи. Посмотрите, какая вкуснотища. На самом деле это похоже на десерт, который действительно хочется съесть большой ложкой с вкусным черным кофе. Ну все, всем отличного дня, всем peace, всем love. Пока-пока, целую в кепку, в вашу репку. Скоро увидимся. Чао.